Хей-хоу, ребятки, всем привет! С вами Борода, это Overkill The Walking Dead, бета 09.5 и новая миссия. Давайте посмотрим, что за миссияйка. Так, Hello for High Water, давайте посмотрим. И вот это, уже наконец-то долгожданная новая локация. Ну, по крайней мере, я надеюсь на это, потому что если это тоже будет не новая локация, то я сойду с ума. Это будет слишком жестоко для меня. Я не выдержу этого, понимаете? Я требую, вот просто требую новую локейшн. Потому что мне надоело играть на одной и той же. Хочу что-то новое, хочу увидеть, хочу посмотреть, попробовать, ощутить, как это все-таки в новой локации играть против зомбачей. Возможно, там будут вместе с рейдерами. Это все круто будет, понимаете? Это то, чего мне сейчас не хватает и что я хочу видеть. Продолжаем играть за Эйдена, он же Танк, он же Борода Гейм, он же я. Просто топчик, крутой чувак. Я надеюсь, что вам действительно это все нравится. Все то, что я снимаю для вас, стараюсь, потею, как сучка. Рилли. Че, меня хотят кикнуть? В смысле? За что? Я вроде как окей. Я вроде в порядке. Что-то не понял. Меня реально хотят кикнуть, что ли? What the fucking shit? Вот, суки, прикинь, меня кикнули с катки. За что? На самом-то деле, очень даже непонятно. Возможно, кстати, потому что там было у всех снайперка, а у меня не было снайперка. А для этой локации нужна снайперка? О май гад, сложно. Слишком сложно. Сейчас будем смотреть. Если еще раз кикну, значит, надо брать чувака со снайперки или просто Эйдену ставить снайперку. Я люблю снайперские винтовки, вы ничего не подумайте, но просто родное оружие Эйдена — это дробашек, и я хочу, чтобы он учился. Я учился владеть именно этим оружием и показывать крутой результейшн. Так, ну что, поехали, давайте посмотрим, кикнут ли в этот раз меня. Я, в принципе, могу немножко подождать. Да, смотри, это что, у всех снайперские винтовки, что ли? А почему? А нет, вот только снайперская. Это вроде не снайперская, это вроде бы дробаш. Хорошо, нас запустило, отлично. Сейчас нам покажут предысторию. Любуемся и жмем лайки. Оставляем комментарии. Какая красивая рука анониста. Братишка, ты дрочишь, да? Ну признайся, я знаю, что ты это делаешь. Ну что, эпично, да? Как всегда, вот мне реально нравятся их заставки. Заставочки у них хорошие. Идет у нас миссия в борьбе за воду. Как вы знаете, вода — это всегда ценный, дорогостоящий ресурс, особенно когда вот постапокалипсис. И сейчас нам предстоит за нее побороться. Давайте это сделаем. Посмотрим. Возможно, нам даже понадобится кого-то захватывать. Это будет круто. Да, новая локация! Ух ты ж, ёптыш, нанах! Зомбэк? Что такое? Что с игрой? Что такое? О май гад, почему фризы? Зомби, нахер! Иди сюда! О, как это было! Ёб твою мать, и ещё, они отсюда вылазят, что ли? Нахер! Я могу зайти сюда, да? Отлично! Так, и тут ещё идёт! Давай, да. Вот это уже хаздай, блядь! Тьфу ты нах! Вот это уже, ребятки, похоже на... Нахер пошел! На Walking Dead. Вот что я хотел сказать. Не, ну согласитесь, ну разве это не похоже? Ух ты ж, блядь, что это было? Обосрался, отвечаю. Ну нахер. Чем, кто меня цапнул-то? Я что со мной? Я не пойму, я не могу двигаться почему-то. А, я в капкан попал. Медвежий, мать его, капкан, ты представляешь? А как вот эту херню разбить, можно? Что это за кейс? Он подсвечивается, слушай. Тихо. Тихо. Нужно быть тише, наверное. Так, ничего не нашел. Пошли. Я тебя вижу, я тебя слышал, сука. Сдохнем. Пошли дальше. Движем. Так, надо быть аккуратненьким. Лучше здесь, мне кажется, не шуметь.
это было смачно. Вот теперь и попробуй скажи, что это не ходячие мертвецы. Вот это круто, реально. Вот сейчас я могу сказать, что вот эта миссия уже моя любимая. Тихо, их тут много. На! Хорошо. Я, по-моему, зашумелся, да? Их тут много. Нахер. Блять, хедшоты давай! О, черт возьми, я, кажись, зря зашумелся. А теперь у меня нету, все, у меня сломалось вроде как. Ух ты ж, блядь, не та клавиша. Нахер, хорошо. Я подшумел, мне кажется, зря. Но у меня был глушитель. А где здесь патроны найти можно? Их было просто очень много. Так, ребята там что-то находят, какие-то детали. Блядь. Ой-о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 й. Это плохо. Я очень далеко, мне кажется, от своих. И если меня сейчас схватят, то мне жопа. На! Крит-удары! Вот это вкусно! Боже, это охренительно. Двигаемся дальше, друзья. Так, здесь забаррикадировано. Нам показывают, что доступа сюда нету. Сюда тоже доступа нету. Здесь закрыты двери. Там у нас ребята что-то чинят. Хорошо. Просто... Ох ты ж, ёптыш, там их много. Я не знаю, а реально будет... Ну, у меня нету, да, патронов? Но у меня есть, кстати, отмычка. Я отрезан. Я вот реально осознаю сейчас, что я отрезанный от всех. Я очень далеко. Хорошо. Немножко расшарился, как тут наносить критические удары. Хорошо. Хорошо. Я прошел куда-то не туда, мне кажется, почему-то. И у меня могут быть здесь реально... Двоих сразу! Почти двоих снес с одного удара! Нихера себе! Ой, я жесткий. Че, можно это залутать? Не, нельзя это залутать. Ну ладно, пошли дальше. На тачку сесть тоже нельзя. Ну, то есть, вот, мне не нравится, что здесь есть некие ограничения. Бляха! Промазал. Сори. Полежи, братик. Сестренка, сори. Идем дальше. Как мне обратно к своим выйти? Я просто первый раз на этой миссии, на этой локации, но мне нравится. Я путешествую. Там что-то было. Да, смотри. Отмычечку надо использовать. Давай, сломаем. Мне кажется, здесь должно быть что-то ценное. Хорошо, 4 патрона я нашел. Ну, это недостаточно ценное, это не то, что я рассчитывал найти. Ну да ладно. Хоть так. Надо больше биту юзать, но я потратил на это отмычку целую. И, возможно, это было зря. Ты встанешь или нет? Слышь? Не? Ну ладно, хорошо. Так, провода какие-то нашел. Так. Здесь ничего нету. Здесь... Кстати, шуруповерт. Хорошая вещь. А это можно взять или нет? А если так? Не, это так не работает. Хорошо, идем дальше. Мне кажется, здесь уже мои все облутали... И я, как последний слоупок, пришел слишком поздно сюда. Так, ну, тем не менее, я умудряюсь еще даже что-то найти. Так, они уже очень далеко, я думаю, мне надо поторопиться и дойти все. Ты где, сука, взялся? Пошел ты, ублюдок, нахер. Падла, я обосрался, он меня испугал. Пускай он там ползает, надо поторопиться, поторопиться. Гнаши там умудряются упасть. Так, я собираю тут всякие ништячки. Хорошо. А вот и патроны подлетели, ребят. Медикаментики. Видите, все-таки не зря я сюда пошел. Идем дальше. Мое маленькое приключение продолжается. Так, здесь, мне кажется, уже они починили все. Так, я уже приближаюсь к ним. Я стараюсь сильно энергию не расходовать. Они, кстати, шумят тоже. Я смотрю, спокойненько стреляют с автоматов. Я тут... Как ниндзя, значит, как тигр. Дерусь. Так, а что тут внизу, интересно? О, японский городовой, я дебил. Да, все-таки, видите, здесь есть и другие люди. Но я же не знал. Ай-яй-яй. Нихера себе! Ого. Блять, это жестко. Меня кто-то спасет или я уже безнадежно потерянный? Я не могу ни ползать, ничего. У меня 7 патронов и больше ничего. Я как дебил сюда спустился, знал бы я, что здесь такая хрень. Не спускался бы, конечно.
На, хедшот, бля! О, здорово. Братик, привет. Приуныл что-то ты, дружище. Спасяб. Спасибо, дружище. Вот это Тима, вот это я понял, этот красавец. Просто лучше. Я как дебил пошел дальше. Нормально, нормально. Ребята шарят. Так, наверное, тут надо в здание заходим. Лучше взять дробик. Кстати, ребятки, кто впервые на канале, не забывайте подписываться на канал. Буду безумно благодарен вам за это. Это очень круто. Поэтому чем больше нас, тем больше контента, материалов. Те, кто уже подписан, спасибо вам большое за это. Не забывайте, что всегда можно нажать на колокольчик и оставить... Блять, как меня харят эти капканы, их же ж не видно. Жесть. Я тут пытаюсь залутаться, чё-то мы... Ой, здорово. Братик, ты что-то приуныл, да? Он тупо так, знаешь, на крысу. Так, мы поднимаемся на верхний этаж. Ох ты ж, ёптыш! Красиво было, да? Тебе так не кажется, дружище? По-моему, это было очень круто. Так, мы дальше идем. Не стрёмно, пипец? Что это такое? Странные какие. Они тут, смотри, они тут огурцы, помидорки выращивают. Молодцы. Слушай, неплохо так обустроились. А мы хорошие или плохие? У меня вопрос. Друзья, кто знает? Блять, убьюсь сейчас же. Или не убьюсь, нормально. Ой, больно. Ну, вроде не высоко было, как бы. Тихо, братик. Нахер пошел, я тебя спас, дружище. Можешь не благодарить. Нахер. Вот так вот, хорошо, кроши бошки. У кого там? Ух ты, да ладно, у чувака тут серьезный ствол. Нахер, сука. Эх ты, спидер. Нахер, сука, нахер, сука, наказал, тупо мра... Нихуйка! Чё это было? Это как так? А если я вот так вот пойду? О, я прилег, я прилег, я прилег, я прилег. Я, пожалуй, захилюсь пока что, сори. Как так? А я в шоке вообще. Это было неожиданно. Я думал, я тут как ниндзя. Чё? Да твою ж ты, блядь, на ногу лысую! Чё я так попадаю на эти гранаты-то постоянно? Это нечестно. У меня 6 патронов, надо перезарядиться. Ребятки, я приуныл, пожалуйста, спасите. Вот это хардовая миссия. Капец. Очень сложно. Фух. Короче, если у тебя нету патронов, то ты в жопе, мне кажется. Я не буду тратить... Он пока мне не враг, я не буду пока на него стрелять. Мне бы кто-то спас, я бы... Блядь, что-то у меня так быстро все побежало. Все, я умер. Чё так быстро? Я что-то приуныл, ребятки. Очень жаль. Давайте посмотрим. Возможно, мы увидим, как они закончат эту миссию. Или там еще много. Я не знаю. Наверное, я не буду спойлерить. Это будет поводом пройти еще раз эту миссию. И все-таки увидеть, что же в финале. С вами был Борода. Всем спасибо. Не забудьте поставить свои вкусные лайки и комментарии внизу. Пока-пока.